Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня в выпуске мы будем проверять творог путем поджигания его на, так сказать, творожность, как бы это банально ни звучало. Примерно месяца полтора назад я с друзьями играл в покер, и они мне сказали, что какое-то видео видели в интернете, где творог горит, то есть какие-то химические добавки были в этом твороге. Естественно, мне захотелось это проверить и, естественно, продемонстрировать это вам. Ну все, приступаем к проверке мифа. Для проверки сегодняшнего мифа мне понадобится, естественно, сам творог. То есть я взял два образца, более дорогой и более дешевый. И, естественно, сухой, горючий, чтобы мне на чем-то можно было нагревать. Берем творог и нагреваем его на огне. Дорогой творог не горит. Сейчас будем проверять менее, как бы, дешевый такой, более-менее. К моему удивлению, творог, хоть дорогой, хоть дешевый, он не будет гореть. Да, я видел, встречал видеоролики в Ютубе, что в Санкт-Петербурге видеоматериалы есть, которые показывают, что у них творог горит. Но у нас на Урале можно по этому поводу вообще не переживать. То есть у нас с этим все в порядке. В любой жирности, 9-процентовой, обезжиренной, любой жирности у нас творог не горит. Ну вот таким вот сегодня получился наш выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Ставим большие пальцы вверх под эти видео, комментируем, предлагаем свои мифы, подписываемся на канал. Ну и ждем новых выпусков. До следующего включения. Пока!